Здравствуйте, с вами Жанна. Я покажу тушеную капусту по моей любимой книге «Вкусная и здоровая пища». Так. Вот рецепт. Нам нужна будет капуста нашинкованная. Я люблю, когда она более такая совсем мелкая. Так, нашинковали капусту, складываем в котелок. Так, и заливаем водой. И ставим тушиться на 40 минут. И еще добавляем ложечку масла. Все перемешаем и крышкой. Накрыть. Еще капуста даст свой сок, поэтому будет тут побольше. Так, и тушим. Так. Поджариваем лук. И к луку я добавляю томатную пасту. Так, лавровый листик. Сахар. Ну, совсем немножечко. Так, ну и посолим, поперчим. И еще добавим уксус.
соль. Мне очень нравится такая тушеная капуста. Ну вот, я оставим еще на 10 минуточек, пусть она протушится. Ну и так, 10 минут у нас прошло. И сейчас еще обжарим отдельно муку в масле и опустим это в капусту. Сейчас она прокипятится. Так, лавровый листик убираю.